Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя! Праздник. Сюда Ну так как же, 300 лет. 300 лет это время. А вот он выглядит молодо, 60. Да. Владыки, дорогие, рады вас приветствовать у нас. Вас, Владыки, впервые у нас. Спасибо, Господь, благодарю. Солнечным днем.
спаси, блаже душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый посетитель, сыне немощи наши, имей Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, уже истинно на небесе, восхитится имя Твое, жизнь и царствие Твое, будет воля Твоя, как на небесе на земле. Хлеб наш насущный дай нам дни, составь нам долги наши, как уже мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответ, любящий ты молитвы, голосы грешники нашим, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас. На тебя Бог палатом не прогневай, сильный зло, не помяни беззаконие наших, но призри на нее по благословен, избави нас, враг наших, и беси Бог наш, и мы люди, и твои, и свою руку, ты имя твои призываем, и ныне и присно, и во веки веков, и не осели, двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющийся на тебя, да не погибнем, и да избавимся, там будет дед, ты весь спасение рода христианского, ты чистому образу твоему поклоняемся, благие просящие прощения, прегрешения, отверзи Бога, волю Бога благоволил, и все плохи, язычи на крест, да избавишь, и я создался того, что враже, тем же благодарствуем, тем же радостно, спасть нашим целям, спасти мир, милосердие, святый источник, милости, спадали нас, Богородица, прежде нам, если не спимся, не имеем, что ты сил, твой дьявол, твой страх, все прием, тех, кто нам говорил, бесплотно, верстать, и Господу помолимся, Господи, помилуй. Конечно же, спасибо, Господи. Тут только написано, мастерскую еще сделали. Вместе с главой. Спасибо, Господи. Праздником. Спасибо, Господи. Праздником. Красивые одежды какие у вас. Боже, цветочки передают. Благодарим вас. С праздником, спасибо. Так, ну что, пойдем молиться, да? Да. Все, давайте, давайте. Мы сейчас... Это у нас главное. О, вот меня уже за руку ведут молиться, правильно? Все, спасибо. Праздник. Пресвятая Богородица, спаси нас. И во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Насущный даже нам днесь, оставь нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Я
чистыми живи сердцы, вся исполняет сокровища твоих жизни податели. Приди и вселись вны и очистины от всякой скверны, и спаси блажи души наши. Слава Вышнему Богу и на земле мир человечеству благоволение. Слава Вышнему Богу и на земле мир человечеству благоволение. Господи, усне наши отверзишь, и уста наши возвестят славу Твою. Время сотворить. Благословен Бог наш, сидя на небесах, благословен. Да исправит Господь стопы ваши, да поменит вас Господь Бог по царству Своему всегда. Господи, усне наши отверзишь, и уста наши возвестят славу Твою. Благослови, Владыко! Благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков! Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Освящи мир и спасение душ наших. Господу помолимся. Господи, благостояние святым Божией Церквей и соединение всем Господу помолимся. Господи, помилуй. О святим храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящий вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Иоанне, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Сафроне, и о Господине, преосвященнейшем епископе Паисии, честнем пресвитерстве во Христе Неоконстве, о всем пищи люди Господу помолимся. Господи, помилуй. О все честней монахине и о весь сестрами святые обители сия, и о спасении их Господу помолимся. Господи, нашей властях и воинстве я, Господу помолимся. Господи, помилуй. О святей обители сей, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Творение воздухово изобилие плодов земных и времени мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. О плавающих, путешествующих, недумающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себя и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
как и подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Благослови, душа моя, Господа, и не забывайте воздаяние Его. Очищающегося беззакония Твоя, исцеляющегося недуги Твоя. Избавляющего от искления живот Твой, венчающего Тебе милости и щедрота. Исполняющего во благе желание Твое, обновится я Благословите, Господа, все дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, и весь святое Его. Благословен еси, Господи. Поки, поки, миром Господу помолимся. И помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Твоя держава, Твоє є царство, є сила, є слава Отца, є Сина, є Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. Твої душа моя, Господа, Господу, Господа, в животі моєму, Богу моєму, Богу моєму, Господи, житті. І надійтеся на мене, жена сидя чоловічості, я в ближині спасіння. И зайдет у Пико и возвратится в землю свою, кто не погибнет все помышления Его. Боже, не может Бога, а хоть помощник Его, помоги Его на Господа Бога своего. От лучшего неба и землю, умойся я же мне. Хранящего истину, бедворящего суд, обидимым, дающего пищу алчущим. Господь, лишь и такованные, Господь, умудряя святцы. Господь возводит неизвеженные, Господь любит праведники. Господь, пренебрежься, стирая голову, примет, и будь грешным, погуби. Вот царица Господь во век, вот о сионе в роде. Спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью,
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко млаги человека любец Бог еси, тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Oh!
Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно. Господи, спаси. Посети виноград сей и утверди, Егоже насади, десница Твоя, святый Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый крепкий, святый. Сидя на колонке, не было,
Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Мир всем. Богородицы, величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой, о Боже, спасе мое. Смирение рабы своей я, все вот ныне облажат меня все ради. И возрадовался дух моя Боже, о Боже, спасе мое. Величи душа моя, святого апостола Павла, чтение. Вон мем, братие, ие, да мудрствует о вас, еже его Христе Иисусе, и же в образе Божий сын, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. Мир тебе. И преклони ухо твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Лицу твоему помолятся богати люди. Высокопреосвященнейший владыку, благовестителя, святого славного и всеквального апостола и евангелиста Луки. Бог молитвами святого славного и всеквального апостола и евангелиста Луки да даст тебе глагол благовествующему силою многою по исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. И мудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем! И Духе Твоему! От руки святого Евангелия чтение. Слава тебе, Господи!
некую, жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой, и же игра глагола шасия, воздвигши некая жена глаз от народа, рече ему, блаженно чрево носившее тя, и со сца я же иссисал. Он же рече, кем же ума блаженни слышащи слово Божие и хранящи я. Православная Церковь почитает Пресвятую Богородицу как честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим. И в этом почитании мы находим главное основание нашей веры в том, что Пресвятая Богородица, которая и до Рождества, и в Рождестве, и после Рождества оставалась Девою, является заступницей рода христианского и покровительницей всех христиан, которых она усыновила, когда при распятии Божественного Сына услышала слова Христа, обращенные к ней, указывая на Иоанна Богослова. Сам Христос сказал: «Се сын твой», а обращаясь к Иоанну Богослову, он сказал: «Се матерь твоя». И по учению святых отцов в этот момент произошло усыновление Божьей Матери всего человеческого рода. И она присутствует в нашей жизни. И не случайно, что Россию называют домом Пресвятой Богородицы. Потому что в истории России явление икон Божьей Матери играло решающую роль в определении, какой ей быть нашей России, Святой Руси. Или изменить веру, или потерять государственность. Все это решалось в самые трудные моменты, и всегда на помощь приходила Пресвятая Богородица. Вот и сегодня, празднуя память явления иконы Божией Матери Тихвинской, которая по преданию написана была самим евангелистом Лукой и пришла в Россию из Константинополя в 383 году, и благодаря ей был основан Тихвинский монастырь, когда Иван Грозный своим указом повелел основать обитель. И чудотворный образ, который защищал веру православную в самые трудные времена нашествия иноплеменников, до сих пор являет нам силу, любовь и благословение, но лишь в том случае, если мы храним свою веру в чистоте, не поддаемся никаким соблазнам земным, и когда мы исповедуем Христа и отвергаем всех, кто словно волки в овечьей шкуре пытаются проникнуть и уничтожить стадо Христово, воздействием различных эффектов, которые растворяются, как только благодатная сила Божьей Матери, ее икон, осеняет
все эти происки духов злобы поднебесной, и рассеиваются они, как туман. Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня, когда мы торжественно отмечаем 300-летие Борисовскому, Богородице Тихвинскому женскому монастырю, радуется небо. Зажглась лампада, которую так долго ждали, и сестры обители сей во главе с игуменей Ивовой сегодня начинают трудный путь духовного возрождения, возделывания наших душ для того, чтобы сие святое место, посвященное Божьей Матери, воссияло бы и небо отразилось на земле. Ведь, совершая божественную литургию, мы призываем в помощь заступницу усердную рода христианского, чтобы она помогала нам. И крестный ход, который сегодня совершался, напоминающий нам о крестном пути самого Христа на Голгофу, является нашим духовным приношением Христу и Божьей Матери. Ведь в лихолетие безбожие монастырь, который имел славные традиции, был закрыт. Здесь была игуменей дочь великого святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, когда он еще, будучи священником, протоиереем Иркутской епархии, вместе с матушкой своей отправился в далекие страны, проповедуя Христа, и в дороге родилась будущая игуменья обители сей. Множество чудес связано с Тихвинской иконой Божьей Матери. Эта икона защитила в Полтавской битве графа Шереметьева. И именно поэтому почитание иконы Божьей Матери и основание монастыря Тихвинского здесь, на этой земле, явилось как благодарение за заступничество Пресвятые Богородицы. Сегодня мы должны вспомнить наше героическое прошлое, Полтавскую битву, которая заслонила нашествие не только иноплеменников, но и нашествие католической веры на Русь и остановила это движение и спасло Украину от католизации. Все это было в нашем славном прошлом, но нам сегодня необходимо помнить, что наши успехи связаны с нашей верностью Христу. Наши успехи на Святом Белогорье – это прежде всего отражение благоволения Господа, когда восстановлены храмы, когда мы почитаем Христа и не уклоняемся ни в какие соблазны, которые предлагают нам. Мы должны с вами быть верными Христу. И Матерь Божия всегда явит свое заступничество. Она и обитель сию начала постепенно восстанавливать, когда здесь открылась иконописная школа, благодаря усилиям главы администрации Николая Ивановича Давыдова, когда здесь начали возрождаться традиции иконописания, и Матерь Божия, услышав
воздыхание тысяч людей, которые приходили на место, где установлен крест был, в память о том, что на этом месте был монастырь, молились и крестным ходом, совершая благодарственное шествие, возносили свои молитвы ко Пресвятой Богородице. Я всех вас поздравляю с сегодняшним великим днем. Он велик не по своим торжествам и пышности, он велик по своей духовной, внутренней и искренней молитве, потому что каждый, кто пришел себя сюда, конечно же, в душе своей, с надеждой, воздыхая, обращается к Пресвятой Богородице о скорейшем восстановлении величия обители сей, а значит и восстановление наших душ, врачевание всех немощей и восполнение наших оскудевающих сил. Все это происходит по молитвам заступницы нашей рода христианского Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас. Thank you.
иже херувимы тайно образующие животворящие троицы, Пресвятую песнь припевающую всякое ныне житейское, отложить чей. Я тут царя своих под имем ангельскими невидимо дарина симачинами, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иже херувимы тайно образующие животворящие троицы, Пресвятую песнь припевающие всякое ныне житейское, отложить чей. Архиерейство ваше, архимандритство, священное знаменитство, патриерейство, иеромонашество, священство, дьяконство и радьяконство и подьяконство ваше. Да поменет Господь Бог по царствию своим всегда ныне и присно и во веки. Простите меня, братья. Преосвященнейшего Сафрония, епископа Губкинского и Грайворонского, и господина Преосвященнейшего Паисия, епископа Щегровского и Мантурского, да поминет Господь Бог во царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический иноческий чин, настоятельницу, всечестную, игуменью, Иову, сестрами, святые обители сия, всех благотворителей, благоустроителей, паломников, обители сей, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. И Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Староскольского и Свято-Троицкого Холковского монастыря, священно-архимандрита, да поминет Господь Бог во царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и повсюду православных христиан да поминет Господь Бог во царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Yeah.
Царицу нашу, Господи, Господи, помни. Исповеми. Христа и любви Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Горей имеем сердца. Благодарим Господа. Достойно и правильно Тебя видеть, Тебя благословить, Тебя хвалить, Тебя благодарить, Тебя хвалить за всякое действие. И пресекот неизреченным, недоведом, невидим, непостижим. Христос, Ты, так как же Сын, Ты, единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый, Ты от небытия к бытия нас привел, и Сия падшего оставил себя. И царство Твое даровалось и будущее. А сих всем благодарим Твоего единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святого. А сих их же верных и их же неверных, явленных и неявленных благодеяний, бывших на нас. Говорим Тебе о службе сих ежу. Победную песнь поющий, вопиющий, взывающий и глаголющий. Свят, 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 Господь, Саву Христову, всеми мы блаженными силами, владыка человека лучшего, вопием и глаголем, святый Сибирь, святый, единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый, святый Сибирь, святый, великолепно слава Твоя, и же мир Твой так возлюбил и си, яко же Сына Твоего единородного, так и вся веру и Его не погибнет, и Его живот вечный, и же пришед, и все же на осмотрение исполнит, ночь уже предаяшися, почти сам себе предаяшися, и мирский живот,
Прием хлеб на святые свои пречистые непорочные руки. Благодари и благослови, осмети, преломи, дади святым своим ученикам и апостолам хлеб. Примите, ядите, сие есть тело мое, еже за вылами мое, во оставление грехов. Аминь. Подобные чаши по вечере глаголе. Пите от нея все, сия есть кровь моя, Нового Завета, я же за вы и за многие изливаемая во оставление грехов. Аминь. Поминающий Бог Спасительную всю заповедь и вся зона, бывший крест, гроб, предельное воскресенье, на небеса восхождение, весной сидение, второе славное пати пришествие. Твоя от твоих тебе приносящие по всех и за вся. Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи, Боже, Боже наш. Ищи, приносим тебе словесную и бескромную службу, и просим, и молим, и милисидеем, не спасли духа твоего святаго на ны и на принадлежащие дары сия. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Господи, и же пресвятаго твоего духа, третий час апостолом ты нас пославы, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящих тебя. Сердце чисто созиждем мне, Боже, и духа возвали в утробе моей. Господи, и же пресвятаго твоего духа, в третий час апостолом ты нас пославы, того благи не отними от нас, но обнови нас, молящих тебя. Я свяжу меня от лица твоего и духа твоего святаго, не отними от меня. Господи, же пресвятаго твоего духа, третий час апостолом твоим не спаслави. Того благи не отними от нас, но обнови нас, молящих. Благослови высокопреосвященнейший владыка святых пред. Сотворил во хлеб сей честное тело Христа твоего. Преосвященнейший владыка святую чашу. А еже в чаше сей честную кровь Христа твоего. Аминь. Аминь. Благослови высокопреосвященнейший владыка обоян. Приложив духом твоим святым. Аминь. 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 Живели почивший праздник, патриарших, пророцев, апостолов, проповедницах, евангелистов, мучеников, исповедниц, возили всякому душу праведной вере скончавшись. Изрядно, о пресвяти, пречисти, преблагословении, славней владычице нашей Богородице и преснодеве Марии. Thank you.
Всякие священнические Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергия Лавры, священного архимандрита, и господина нашего, Преосвященнейшего Сафрония, епископа Губкинского и Грайворонского, и господина, Преосвященнейшего Паисия, епископа Щегровского и Мантуровского, святейшие патриархи православные и всякое епископство православных, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих, слово Твоя истины. Помяни, Господи, господина нашего, высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Староскольского, и Свято-Троицкого, Холковского монастыря, священного архимандрита, и же дары святым Твоим церквам, в мире целых, честных, здоровых, долгоденствующих, правоправящих слово Твоя истины. Господина нашего, высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Белгородского и Староскольского, и Свято-Троицкого Полтавского монастыря, священного архимандрита, и господина нашего, преосвященнейшего Сафрония, епископа Губкинского и Грайворонского, и господина Преосвященнейшего Паисия, епископа Щегровского и Мантуровского, приносящих святые дары сия. Господи, ви Богу нашему, о великом господине и отце нашем Кирилле, святейшем патриархе московском и всея Руси, о преосвященных митрополите, архиепископе, епископе, о мире всего мира, о благостоянии святой Божией церквей, о спасении, помощи, с отчаянием и страхом Божиим, труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении, о славе, блаженней памяти и оставлении грехов всех, прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, и о иже киждо в помышлении имать, и о всех изо. Единим сердцем славить и воспевать и пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. И да
будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Поминувши, погиб таким миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Добрый бесценник и освященный честный дарек Господу помолимся. Господи, помилуй. Когда человека любишь Бог наш, прием его святый пренебесный, мысленный служественник, воню благоухания духовного вознеспослед нам, божественную благодать и дар Святого Духа помолимся. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Боже наш, Ты же есть и на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даст нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от ума. И царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Мир всем! И Духа Твоего! Со пресвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святая, святый, спасие, Боже, люди Твоя!
всеприимший, божественный, святый, пречистый, бессмертный, небесный, и животворящий страшный Христовый тон, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, спросивший сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Господи! Яко Ты се освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь!